Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересных колеблющихся блеснах от компании Spike. В данном случае у меня моделька называется «Рыбка», имеет номер 1016, весит она 12 грамм, длина ее составляет 68 миллиметров и расцветка в данном случае у нас 0,1. Данная колебалочка поставляется на такой вот картонной упаковочке. Производитель нас уведомляет о том, что здесь установлен крючок от компании VMC, что довольно-таки отлично в данном ценовом сегменте. Сама блесна выглядит у нас таким вот образом. Здесь прогонистая форма тела, довольно-таки узенькая блесенка. Сбоку, если смотреть на нее, имеет S-образный изгиб блесна. Также имеет довольно-таки ощутимую продольную вогнутость данная колебалочка. В данной расцветке имеет блесна хромовое покрытие с обеих сторон. На внутренней стороне у нас какие-либо гравировки отсутствуют. На лицевой части, на половине блесны, имеется гравировка, которая имитирует чешую. Данная колебалочка у нас оснащена двумя заводными кольцами, имеющими хромового покрытия. Кольца довольно-таки неплохие, сказать идеальными не могу. Проволочка неплохо подобрана, ну, витки, в принципе, средние по плотности. Но довольно-таки здесь хватит их вполне для удержания хищника. Крючок VMC-шный здесь без всяких нареканий, очень острый, имеет черное хромовое такое покрытие, недлинная ножка у крючка. По размеру крючочек здесь подобран довольно отлично. Ну, нареканий абсолютно никаких данная колебалка не вызывает. Обладает блесна отличными полетными характеристиками. Летит она прицельно, в штиль, соответственно, в ветреную погоду тоже данная прицельность сохраняется у блесны и дальнобойность. Здесь все без нареканий. После приводнения блесна имеет довольно-таки эффектное осыпание. На проводке у блесны имеется среднеамплитудная игра, довольно-таки активная. Колебалка подойдет для применения в стоячем водоеме, соответственно, и на водоеме с течением. Отлично подойдет блесенка для ловли щуки, судака, белого хищника, соответственно, крупного. И в прилове может попадаться окунь. Данную колебалку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.